В эфире обзор прессы на Первом деловом. В среду 29 мая в популярных украинских изданиях читайте о таком. Тайм-менеджмент в классическом понимании – это методы планирования, позволяющие использовать рабочее время каждого отдельно взятого специалиста наиболее результативно и, как следствие, значительно увеличить эффективность работы персонала и компании в целом. Корпоративный же тайм-менеджмент определяют как совокупность технологий, встраивания, приемов планирования, времени в управлении той или иной организацией. Таким образом, он помогает не только рассчитывать время, которое выделяется на выполнение конкретных проектов, но и правильно определять цели и ставить задачи, а также эффективно управлять бизнес-процессами. Больше читайте на страницах издания. Здоровье – это самое важное, что есть у человека. Каждый, заходя в больницу, старается разобраться со всеми нюансами, формальностями и так далее. Новые нормативные требования, участившиеся случаи судебного преследования за врачебные ошибки, быстрый рост расходов и нагрузок, с которыми врачи едва справляются, все это ложится тяжким бременем на работников медицинской отрасли, которые выбрали интересную профессию и хотят посвятить свою жизнь служению людям. Рост населения планеты плюс старение жителей во многих странах мира означает, что медицинских работников должно становиться все больше, но никак не меньше. Подробности в журнале «Эксперт». Более полумиллиарда гривен составил отток вкладов со счетов украинских дочек кипрских банков. В первом квартале этого года из-за проблем акционеров в головных банках кипрских финучреждений потери еще больше. Такая ситуация способствовала перетоку вкладов и заставила европейцев частично пересмотреть свои стратегии на рынках Центрально-Восточной Европы. В фокусе экспансия за счет покупки недорогих кипрских банков, развитие новых форматов банковского сервиса и акцент на private banking.